Приготовились? Начали! Марсель, yeah. В голове моей не хватает солнца, сердцу моему не хватает сна. Ну когда же этот мир опять проснется? Где ты, весна? Каждый день я ждал, когда все растает, чтобы прогуляться по ночной Москве. И теперь она обо всем узнает. Сколько раз хотел. Расскажите про сегодняшнюю задумку клипа. Вообще, почему на берегу, почему в стиле таком американском? Такая идея родилась, потому что клип летний хотелось сделать, потому что такое интересное, непривычное. Вот, тем более наши американские друзья, группа LMFAO, согласились сняться в нашем клипе. Как вам удалось вообще заполучить парней? Ну, вот так вот познакомились на одной из вечеринок в Москве, подарили им свой диск, и спустя какое-то время они написали нам в Facebook, чуваки, вообще cool, все круто, хотим, короче, что-нибудь сделать что-нибудь совместное. Иди ко мне, ты иди ко мне, ты услышишь голос на радиоволне. Иди ко мне, иди ко мне, погибаю без тебя, словно на войне. Расскажите про гигантское количество красивых машин на пляже, я сейчас вижу. Все ли ваши? Ну, в основном это некрасиво, но вообще в основном да. Супер Кадиллак 78 года, Эльдорадо, таких вообще в России почти нет. Два Rolls-Royce, это жесть. А где катера и яхты? Катера и яхты, вон, там плавают. Поехали, музыку чуть громче сделай. С подъезда, куда ты залез? Ну, куда ты залез? Опущу записку на красной нитке. Ты найдешь ее на своем окне. Для тебя собрал эти маргаритки. Иди ко мне, иди ко мне. В задумке у вас Степа должен будет прыгать в холоднющий бассейн, насколько я понимаю. Вообще, как вот? Он согласен на такие жертвы идти? Дело в том, что Степа не согласен. Вот, и прыгать он в бассейн не будет. Да, к нашему счастью, к его сожалению, мы забросим его в бассейн. Когда выйдет клип приблизительно по времени? Я думаю, что неделю через две, через три. Короткие сроки монтажа, потому что лето в Питере короткое. В начале июля вы все сможете видеть его на телеке. Через две недели мы с вами уже будем наблюдать клип группы «Марсель», который снимается сегодня здесь, в Петербурге, на пляже, с гигантским количеством красивых женщин и красивых машин. Мурашки? Да. Мурашки? Мурашки. Я сразу поняла, что это мурашки.